Новое назначение в Белом доме. После генерала Макмастера, сменившего из-за вынужденной отставки генерала Флина, новым помощником Трампа по национальной безопасности станет бывший американский постпред при ООН Джон Болтон. Он также занимал пост заместителя госсекретаря США. Об этом сам Трамп объявил в Твиттере. Болтон начнет исполнять свои обязанности 9 апреля. 70-летний кадровый дипломат представляет консервативное крыло во внешней политике США. В том же сообщении в Твиттере президент Трамп поблагодарил Макмастера за отличную работу.